В 2021 году металлургический завод города Балаково приступил к активной фазе реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса рельсобалочного цеха. Проект предусматривает создание нового металлургического производства по выпуску крупного фасованного профиля балок, рельс и шпунта. Хочу отметить, что производство не имеет аналогов в России, будет выпускать рельсобалочную продукцию длиной 150 метров. Такие заводы есть только в Китае и в Японии. И будет также на территории города Балаково в России находиться. Общий объем инвестиций составит 52 миллиарда рублей. Срок реализации до 2025 года. Данный проект позволит увеличить производство годового проката до 2 миллионов тонн в год. Будет создано более 3000 новых рабочих мест. С июня 2021 года металлургический завод реализует инвестиционный проект по расширению Балаковского речного порта. Строительство новой причальной стенки и оборудование грузового причала. Срок реализации до 2026 года. Стоимость проекта 1,9 миллиарда рублей. Будет создано 55 новых рабочих мест. Кроме этого, в целях обеспечения нового металлургического комплекса техническим кислородом и инертными газами предприятие в 2021 году приступило к строительству комплекса по производству кислорода и разделению воздуха. Стоимость проекта составляет также 1,9 миллиарда рублей, срок реализации до 2023 года. В рамках расширения производства для создания металлургического производства замкнутого цикла предприятие планирует построить комплекс по переработке пыли электродуговых печей. По плану производственная линия будет построена к 2024 году. Объем инвестиций составит 4,2 миллиарда рублей. Кроме такого серьезного игрока, как Сбербанк, были ли еще интересанты, чтобы зайти к нам в качестве резидентов? И какие предпринимаются меры и планируются предпринять для привлечения инвестиционной привлекательности именно существующей особой экономической зоны? На самом деле очень крупный, очень значимый проект. Сумма инвестиций, только надо вдуматься, это 122 миллиарда. Это очень большая цифра, которая у нас будет освоена на территории. В этом плане у нас будет город Балаково, район получит дополнительную привлекаемость в плане резидентов и тех площадок, которые здесь будут организованы. К нам еще обратился металлургический завод города Балаково по выделению дополнительной площадки особой экономической зоны. Так, та площадка, которая была выделена, практически вся задействована только по Сбербанку. Мы обратились в правительство Саратовской области, в профильное министерство для рассмотрения новой площадки. И надеюсь, в будущем у нас появится новый резидент, это металлургический завод, у нас будет еще одна особая экономическая зона.